Вот мы стоим на улице, пересечении улицы Бесогаш и Богдана Хмельницкого, вот налево идет. А это вот интернат детских детей-инвалидов напротив. Такая вот обстановка. Здесь вот эта улица дальше идет туда. К этому, к улице Кудерпазу, Генбеку, кинотеатру бывшему. Этот район мало знаю. Я в основном жил до линии и крутился, а вот эти места очень мало знаю. Ну вот, это вот и есть интернат. А дальше вот туда 40-я мельница раньше была, еще когда давно стояла. Сама именно мельница, не остановка там, не еще что-то, а именно сама мельница. И вот мы там дом снимали большой, красивый. Это, оказывается, на том месте и есть 40-я мельница. А это вот улица Богдана Хмельницкого.